Привет всем, дорогие друзья, с вами Ночная Пума. И сегодня я буду играть за Курседайл, за Цератозавра. Вот, многие мне вчера написали, поздравляю вас. Ну, поздравляю тебя, что у тебя теперь появилась Цера. Так вот, большое спасибо. У некоторых людей уже скоро будут деньги, чтобы купить ее. Я хочу передать отдельный привет Вульфу, Анастасии и, конечно же, Обиде. Потому что они чаще всего меня сейчас смотрят, постоянно меня поддерживают. Если я кого-то забыла, то извините. И кто будет писать мне больше всего о хороших комментариях, тот попадет на видео, тому я передам привет. Видео. Поэтому вот. Сейчас посмотрю, как Алла мясо берут. Бурёш. А, все, он уже взял. Почему У, а не Е? Наверное, сейчас буду... я сейчас буду, ребят, выживать без слов. Просто, может быть, какие-то слова на меня будут промелькивать. Это ночное выживание без слов, ребята. Итак, погнали. Сразу хочу сказать, что звук будет громким, чтобы вы слышали, как ревет Сера. В чате будет переписка. И вот такое выживание сегодня у меня намечается. Ребят, я тут узнала, что ночь убрали, оказывается. Почему-то ночь убрали, вчера мы ночью играли. Вроде бы мы вчера ночью играли. А, в смысле? Блин, я не хочу кого-то насмерть, меня потом растить. Типа кто-то выживет, а кто-то умрет. На не видно там, да? Надо сейчас пройти. Машина для красоты. Ребят, сразу, ну, говорю. Цератозавр — это динозавр не для боев, это динозавр для красоты, для боев это рекс. Насмерть. О боже мой. Блин, она сказала, что насмерть. Так, все, я больше не буду ничего говорить. Ну, может быть, буду что-то, но меньше, чем обычно в видео говорят. Thank you.
Я дурень, Киля. Плюс близких и погнали. Это ужасно, ребят. Не, я больше никаких ПВП, это просто... Я бы матом сейчас сказала, потому что у меня, блин, 6, извините, сломана нога. Это все мертвая церра, ребят. Это ужасно. Я даже музыку подставлять под эту ПВПшку не буду, потому что это фигня, а не ПВП получилось просто. Сломанная нога, блит 11, с которой восстанавливается чуть ли не сколько, извините за выражение. И все, да. Комфорт там, поэтому я была. Кстати, сейчас вам покажу очень крутую штуку, как делает Церра, когда встает. Это очень круто. Я просто анимация супер, ребят, просто шедевральная анимация. Кстати, Церра, когда она прям, когда уже ложится. Она когда уже ложится, она восстанавливается. Что-то не ясное что-то. Итак, ребят, первая крутость Церры, когда она ложится. Смотрите. Оно может ложиться и рычать одновременно. Это просто супер вещь. Дальше смотрите, она может вставать и рычать. Это круто, скажите. Просто очень крутая анимация, что она так может делать. Это просто супер круто. Потому что... Вот это... Ну, я считаю, что для такой игры мелкой это супер круто, ребят. Смотрите. Смотрите, просто анимация The Isle. Это The Isle. The Isle 2. Церра из The Isle где-то, мне кажется, это. Просто супер крутая она, потому что...
Пипец. Аллозавры, чего надо? Вдруг убьют, то в общем пожелайте мне удачи, ребят. Если меня убьют, то будем заново расти церу. Такие чуди. Извини, но мы были голодные, мы типа все. Я тоже пить пойду, мне пить хочет. Ну скажите, крутая анимация, смотрите. Она прям так прижимается, гнется, это круто. Кстати, если разработчики меня слышат, я очень хочу, чтобы расширили карту, чтобы добавили новых динозавров, чтобы сервер сделали для 50 человек. Потому что если еще плюс гига будет тут, то, ребят, да, то будет очень-очень тесно. Тесно, ребят. Тем более карта вся изучена. Пожалуйста, сделайте что-то новое. Разработчики, вот вы делаете деревья новые, высокие их делаете, но вы не делаете больше карту, потому что люди хотят разнообразия, понимаете? Вот я сейчас разработчикам говорю, люди хотят разнообразия. Они этого очень сильно хотят. Потому что карта реально очень маленькая. Карта вся изученная, буквально негде спрятаться, нечего, негде побегать, нету пространства большого. То есть вы можете обижать эту карту за 7 минут. Эту карту вы можете обижать. Надо расширять карту. Вот кто хочет, чтобы расширили карту, обязательно ставьте лайк. Потому что... Сразу говорю, разработчики видят, сколько лайков, видят вопрос, и обидно, ребят, я просто плачу. Я все реально плачу. Зачем меня слили? Вот я дура. Извините, что я плачу, просто реально очень обидно. Если бы я туда не пошла, меня бы сейчас не слили. Все, ребят, я больше не буду играть. Не, ребят, все. Видео про эту игру больше, наверное, не будет. Потому что мне это задолбало, я удаляю игру, ребят. Я хотела вообще удалить еще неделю назад где-то, потому что меня просто все задрало. Я, конечно же, смогу зайти потом в аккаунт свой. Но я не знаю, в общем, я, наверное, бросаю игру, ребят. Потому что все, я
я трачу на... Ну, в общем, я трачу... Я уже начинаю заговариваться. Я трачу очень много нервов на это, понимаете? Вот она выжила, а я нет. Так нечестно. Это нечестно. Зачем я туда полезла? Ой, боже мой. Все, я больше никому не доверяю, ребят. Если хотите в друзья... Ну все, я больше никого не принимаю в друзья. Я всех сейчас удаляю. Я удаляю эту девочку. Я удаляю. Я не удаляю только тех, кто мне очень дорог. Ну все. Сейчас немножко еще повыживаю, но, наверное, это последний раз, когда я выживаю в этой игре. Поэтому, ребят, это последний ролик про эту игру, если... Здесь еще, ну просто, понимаете, ребят, я не психичка, не надо меня называть, если вы меня сейчас называете какой-то там ненормальный, что я типа из-за какого-то динозавра расстраиваюсь. Нет, ребят, просто не... я расстраиваюсь из-за того, что люди обманывают даже в игре. Зачем, люди, зачем? Зачем вы это делаете, люди? Вот кому-то обидно, мне вчера слил пахицефалозавр за церу. Я плакала, у меня была просто истерика жуткая. Вот. Поэтому... Собственно говоря, все. Очень обидно, ребят, очень обидно. Зачем это? Вот я знаю, что многие люди, которые смотрят мой канал, так делают. Зачем вы это делаете? Зачем вы это делаете? Напишите в комментариях, зачем? Зачем вы вынуждаете людей уходить из этой игры? Зачем? Не надо так делать. И, ребят, на этом все. Это последнее видео мое было про Sakura Style. Может быть, я все-таки вернусь в эту игру. Ну, наверное, все. Наверное, это последний ролик в этой игре. И на этом все, ребят. Всем пока и всем удачи. Обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.